Грибники, я вас приветствую. Нахожусь в лесах Подмосковья, юго-запад направление. Месяц апрель. Температура примерно сейчас плюс 10, плюс 11 градусов, солнечно. На опушке леса уже снег практически растаял, его нету. Но в глубине леса он еще присутствует. Пару дней назад ходил, примерно даже 10-15 сантиметров там снег еще лежит. И первая моя грибная находка — это саркоцифа. Гриб, который чаще всего сейчас можно найти в Подмосковье, да и вообще, наверное, в лесу. Растет на веточке. Сейчас мы попробуем достать этот гриб. Я раньше думал, что он растет на земле. Вот она, веточка. И иногда достаем веточку, и мы даже можем увидеть гриб, который не видели под листвой. Так. Ну. Крупная. Вот. Вот так все это выглядит. Красивый, ярко-алый красный цвет. Очень хорошее украшение для стола. Гриб такой прорезиненный, безвкусный. Но самое главное, что сейчас можно пойти в лесу и найти этот гриб. Без проблем, я думаю, без проблем. Так, смотрите, уже потихонечку появляется растение медуница. Красота какая. Плюс на этой поляночке я нашел гриб, который растет на шишке. Это гриб страбилюрус. Так, где-то возле рюкзака я его оставил. Сейчас мы его попробуем найти. Он очень мелкий. Смотрите, примерно 1,5 сантиметра. Вот он. Этот уже подсох. Ну, здесь сухо. Солнышко уже греет. Сейчас тоже попробуем достать этот грибочек. Так, у меня еще есть ножик, там оставил. Достаю ножик. Вот он. У меня шишечка где-то сверху находится. Да. Шишечка вот под листом прям сейчас достаю. Вот она шишка. И гриб страбилюрус. Кстати, очень вкусный гриб. Единственная проблема — его насобирать. Он очень мелкий. Для этого, конечно, лучше брать ножницы. Сейчас мы раз. Вот так вот, смотрите, как он выглядит. Страбилюрус съедобный. Такое название у него. Такая темная шляпочка. Больше, наверное, коричневая. И с этой стороны светлые такие пластинки. Вот так, давайте положу. Все, не буду останавливаться. Сейчас собираю этот грибной урожай и буду продолжать поиск грибов. Вышел из леса. Здесь проходит линия электропередач, ЛЭП. Солнышко хорошо прогревает. И вся вот эта поляна усеяна красными монетами. Буквально, наверное, через каждые 30-40 сантиметров. Вон они. Очень и очень много. Я бы сказал, давайте, наверное, самую такую хорошую полянку найдем. Сейчас покажу. Ух, здесь прям красота-то какая. 4 саркоцифы. Ой-ой-ой-ой. Все красненькое. Все красненькое. Здесь целая вот полянка. Тоже 4 саркоцифы. Очень много веток здесь разбросано, и они растут. Так, ну что, наверное, крупный экземпляр я сейчас возьму для украшения стола. И представляете, сколько их здесь много растет. Да. Вот она, эльфовая чаша. Сюда можно налить водичку и пить. Что сейчас, наверное, и сделаю. Проэкспериментируем. Так, у меня вода есть. Где тут еще крупные есть? Ну, давайте вот тут попробуем. Попробуем налить. Что из этого получится? Гриб я уже сполоснул. И давайте наливаем сюда водичку. Опа! Ха-ха, работает метод. Стопочка. Ну что, друзья, с открытием грибного сезона. Это второй поход у меня сегодня. А, красота. Кстати, почему-то и вода вкуснее в этом грибе кажется. Круто. Сколько же их много здесь. А что, лягушки, давайте в рассыпную. Вот они. Жирные, толстые. Жизнь бурлит. Здесь целое прямо озеро образовалось. Самолеты летают. Не знаю, чем заниматься здесь.
или грибы собирать, или смотреть, любоваться пилотажем наших летчиков. Веточка. Ого, здоровая. Зато на этой веточке сразу смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть грибочков. Потрясающе. Красиво как. Прямо с этой веткой можно идти домой. Ладно. Для украшения блюд просто замечательно. Просто замечательно. Все это мы забираем. Ох, сейчас мне птица напугала. Иду я вдоль ручья вот этого. И птица видит, что я двигаюсь в сторону ее. Осталось, наверное, буквально метра три дойти. Она как рванет уже в сторону чаще леса. Если не ошибаюсь, 4 яйца здесь находятся. Один листиком прикрыт. Ладно, не будем тревожить. Наверняка птица эта находится чаще леса. Она туда полетела. И ждет, когда я уйду. А если я не ошибаюсь, прям рядом где-то красненькая. Ага, вот красненькое пятно я нашел. Монетку красненькую. Только цифка. Оп, она на веточке растет. Отлично. Двигаемся дальше. Очень большого размера каркацифа. Наверное, сантиметров 6 точно. Но больше всего мне нравится вот этот ярко-алый цвет. Просто красота. Потрясающе. Потихоньку, потихоньку корзину пополняем. Вырубка леса. И на краю этой вырубки нашел строчок гигантский. Правда, я бы не сказал, что он гигантского размера. Скорее всего, малыш какой-то. Но все равно приятно, приятно строчок найти. Мозг, грецкий орех, по-разному его можно назвать. Так, пополняем корзину. Ну, в основном у меня здесь одна саркоцифа. Очень и очень так ее достаточно здесь уже, чтобы украсить какое-то блюдо. Ладно, давайте дальше искать. Даже вельник зашел, а саркоцифы здесь немерено растет. Вот они. И здоровые. Вот она, ветка большая лежит. И они растут, греются. И вдоль всей этой ветки растут. Может попробовать поднять? Получится ли мне эту ветку? Здоровая она, правда. Так. О! И вот, можно наблюдать все это дело. Вот здесь просто потрясающие на солнышке греются саркоцифы. Ладно, друзья, собираю и продолжаю дальше путь. Сейчас ельничек получше исследую, может что-нибудь интересное здесь будет.